От винта. Здравствуйте! Не так давно мы обсуждали тему предстоящего сезона отпусков. Куда бы это поехать? На популярные турецкие и прочие забугорные курорты? Или отдать предпочтение местным? Тем более, что средняя стоимость путевок на востребованное заграничное турнаправление однозначно вырастет. И тут, как по заказу, аналитическое агентство Турстат выложило цифры, характеризующие объем турпотоков на внутренних направлениях. В целом, вроде, все неплохо. В прошлом году свыше 56 миллионов россиян отдохнуло на родине. В тройке наиболее популярных внутренних направлений – Краснодарский край, Московская область и Крым. И Свердловская область на высоте вошла в десятку наиболее посещаемых регионов страны. Здесь побывало свыше 2,5 миллионов человек. А Екатеринбург занял 6-е место в РФ по туристической привлекательности. Понятно, на Урале есть на что посмотреть. Это мы вам официально заявляем. Если вы смотрите нашу программу «Экспедиция», сами можете в этом убедиться. Верхотурье, Бажовские места, Чусовая, национальные парки и заповедники, одни оленьи ручьи чего стоят. Все это гарантия туристической привлекательности. А в целом по стране Байкал, Камчатка, Сахалинская рыбалка, Алтай, Карелия, всего не перечислить. И что характерно, все эти места даже рядом не стояли с лидерами внутрироссийского рейтинга. А в чем дело? А все просто. Добраться нереально дорого, сервис близок к нулевому, а цены на услуги сразу способны довести до инфаркта. Похоже, некоторые турбизнесмены действуют по простой, как таблица умножения, схеме. Главное – вытрясти все из кошелька туристов. А сервис там и прочие удобства – это дело второстепенное. Вот и получаем то, что получаем. Берег Турецкий нам известен куда лучше, чем Байкал, красотой которого восхищается весь мир. И вроде бы говорится много правильных слов о развитии внутреннего туризма, его инфраструктуры. Вот, к примеру, туристический кластер на Чусовой должен в ближайшее время всех изумить. Но пока с нашими достопримечательностями знакомиться лучше всего, имея хорошую экстрим-подготовку. Но будем надеяться, что эта ситуация изменится. И наши туристы скоро поменяют берег Турецкий на красоты Азов-горы. Даешь местный туризм и от винта.